Группа компании «Гавриш» предлагает сорт сахарного гороха «Жигалово 112». Это среднеспелый сорт, до 60 дней от сходов до сбора бобов. Дружно созревающий сорт. Растение вьющееся высотой до 2 метров, довольно высокое. Боб крупный, длиной до 15 сантиметров. Рекомендуется для употребления недозрелых бобов в свежем виде. Урожайность практически до 1,5 кг на квадратный метр доходит этого сорта. Давайте посмотрим номер партии. 244-62, вес 6 грамм. Шесть целых 64 сотых грамма.